Дорогие наши друзья, здравствуйте. Видео будет какое-то такое засветленное, затененное. В общем, не совсем все правильно. Ну да ладно, вот видите, я как в очках каких-то. Я сейчас в состоянии какого-то аффекта, потому что я не совсем вообще отдаю отчет, что происходит. В общем, позвонила нам девушка. Девушку зовут Екатерина, я буду говорить уже, да, вот ее имя на протяжении оставшегося ролика. Звонит, значит, девушка нам в истерике. Я думаю, ну, может быть, потерялась, пока к нам ехала, что-то такое. Она говорит, пожалуйста, заберите его. Я говорю, кого забрать? Что случилось? Медвежонка. Медвежонка. Как оказалось, давайте теперь предысторию, которая потом, когда Екатерина уже успокоилась, она нам все это объяснила и расставила все по полочкам. Екатерина работает в зоотакси, точнее, у нее свое зоотакси. И так произошло, что... Ну, я думаю, вы все знаете, что такое зоотакси. Это такие услуги, где вашего питомца могут перевести от пункта А в пункт Б. И вот у нее появился очередной заказ. Нужно было отвезти медвежонка из пункта А в пункт Б, ну, куда-то за Москву далековато. Пока она ехала, ну, это по словам Екатерины, все то, что она мне вот это вот все рассказывала. Пока она ехала, разговаривал со своими коллегами, что вот сейчас везу медведя, такой прикольный, все круто, а куда везешь? Ну, туда-то, туда-то. Как оказалось, друзья, это притравочная станция. Для меня это очень дико, и содержать медведя на цепи, чтобы на него охотились какие-то собаки, кусали его, а потом по итогу медведь этот заканчивает, понятное дело, как свою жизнь, да, то есть там никакой любви и тому подобное, ну, не существует в принципе. Ну, так вот. Екатерина говорит, я не повезу, говорит, я лучше... Не буду говорить это в эфире, потому что YouTube может не пропустить это. Вот. Чем отвезу медведя на верную гибель? Она созвонилась с Росприроднадзором. Это очень правильное решение. То есть, что происходит с дикими животными? Если что-то вы считаете не так, пожалуйста, связывайтесь с Росприроднадзором вашей области, вашего края. И уже дальше эти специалисты могут вам помочь в чем-либо. Вот. Росприроднадзор взял на контроль эту ситуацию, потому что медвежонок оказался без документов, медвежонок оказался, ну, то есть он, ну, вообще все неправильно. Вот. Я сейчас в конце, наверное, этого ролика, друзья, вставлю вам как раз-таки видео, которое мне скинула Екатерина. Она звонит, плачет, говорит, он кричит, он, ему плохо, его убьют, пожалуйста, заберите его. Друзья, ну, мы вообще не собирались брать медведей. Вот кого-кого, знаете, не знаю, еще там, ну, образно, да, говоря, там, 5 львов мы бы взяли. Ну, то есть у нас в тесноте, как говорится, да, но не в обиде, в плане, мы могли бы что-то сделать, чтобы поместить этих львов у себя там. Ладно, там тигр, да, куда ни шло еще, но не медведь. То есть мы не готовы к медведям. Вот, поэтому, ну, спасть, а никому не нужен медвежонок, то есть этих медведей полным-полно. И взрослых, и молодых, и так далее. Поэтому, дорогие наши друзья, хотелось бы вашей, наверное, обратной связи, слов поддержки, потому что я как-то говорил, да, про какое-то эмоциональное выгорание у меня. Это вот все связано с тем, что непонимание вот этого вот негуманного отношения к животным, неправильного. И этот медвежонок, он ничего не заслужил. Я повторюсь, я вставлю вам этот ролик, который я увидел. То есть девушка снимала в истерике, ей вообще ужасно все это понимать, вообще то, что такое может быть, и она это соучастница всего этого. В общем... Я не знаю, нам будет очень сильно тяжело, нам будет нереально трудно, но я надеюсь, что мы сможем обеспечить этому медведю условия, мы сможем как-то что-то помочь ему и так далее. Я не знаю, какой он приедет, здоровый, больной, там, хромой, косой и так далее. Как приедет, я обязательно засниму ролик и покажу вам. Ну а пока что уведомляю вас о том, что вот такой вот вообще абсолютно неожиданный у нас будет питомец. Я не знаю. Поэтому, ладно, друзья, вам хорошего вечера, хорошего дня, у кого день. Будем держать вас в курсе, показывать вам видео, как только медвежоночек до нас приедет. Тяжело. Хотелось бы услышать вашу обратную связь по этому поводу всему. Если вам интересно все это смотреть и видеть, да, нашу жизнь, то, конечно же, мы будем показывать. Ну, а так, естественно, нам проще это не снимать, а это так как наша бытовая жизнь. Это вот как раз-таки из-за того, что мы вас любим, мы вас ценим, мы вами дорожим, и хотелось бы вас радовать нашей жизнью, показывать ее, если вам действительно это интересно. Поэтому, друзья, еще раз повторюсь, всем хорошего дня, до скорых встреч. Ну и поживем, увидим, посмотрим, какой медвежоночек приедет. Надеюсь, то, что он доедет, все будет хорошо. Yeah!
Друзья, вот такое вот видео скинула нам Екатерина с просьбой помочь и принять этого медвежонка, потому что едет он на верную гибель, на ужасную судьбу. И несмотря на то, что мы не были готовы принимать медведя, все-таки как-то вот было принято. Однако решение помочь этой душе, которая точно уж ни в чем не виновата и не заслужила такого отношения. Да, друзья, безусловно, будет очень сильно тяжело, будет очень нам трудно, но мы надеемся, что все вместе мы справимся, и если вдруг нам нужна будет поддержка, то мы сможем к вам обратиться и вместе сотворить чудо для этого медвежонка.